абрикосах. Об абрикосах, но иметь в виду будем то, что все, что я скажу, относится к любым деревьям. Вот, вы меня несколько раз били, только я приготовлю материал, приходит вопрос, перекраиваю, да перекраивался так, что сейчас вот эти все пункты, вот они, видите, все, о чем мы говорим, вот, и вот это вот, все это перепутано. И вот получается, что я страхуюсь, знакомлю вас с Юлией Сергеевной, очень серьезная дама, которая чуть что, однажды вместо меня увидите ее на экране, и вы будете делать заказы уже ей. Все это добро не должно пропасть. Вот поэтому я пригласил, значит, семена. Мне уже я два, попробуйте меня назвать корыстным, когда я два последних вебинара даже не заикнулся, что нажмите вверху, слева там есть какое-то окошко, я тут не вижу, но оно у вас должно быть. И вы попадете в это царство, где только семена, хочу. Молодой сад, посаженный напротив, я уже говорил об этом, но, по-моему, в фильмах, а здесь не говорил. Он получился отдельный анклавчик из трех абрикосов, крупноплодных, так, опыляют сами себя, нет более, так, менее культурных, которые бы снизили, как бы сказать, планку. То есть здесь максимальный вес у королевского абрикоса. Почему? Отдельно. Хотите иметь крупноплодное? Отдельно. Но когда-нибудь, в другой раз, я уже подготовил этот материал, я вас познакомлю. Я мнение Дарвина прочитал и убедился в том, что самоопыление, не только я, то есть как бы хотелось быть природокреателем, но это, оказывается, пошло от него, что самоопыление – это самое, деградация. А у нас что, нет такого явления? Именно поэтому я вам и показал эту фотографию. Отдельный анклав. Там у меня те же королевские абрикосы измельчали раза в полтора, потому что их супругами являются менее культурные абрикосы, вплоть до манжурских. Придают им морозостойкость, но теряются некоторые качества частично. Вот это обратите внимание. Хотите моносад? Пожалуйста. Вот. Заказали крупноплодный абрикос Серафим. Вот. Вот это и есть крупноплодность. Я сторонник смешанного сада. Пусть вот такие абрикосы, там уже королевскими не пахнет, это королевские. Вот. Там они в полтора раза меньше, а некоторые даже в два раза меньше. Но это на сладость не влияет. Урожайность выше, ну, раз меньше, значит больше. И морозостойкость у них выше. Вот что еще меня поражает, это мои деревья были проданы соседу. Два продано, один подарен. Потом сосед мне продал весь участок. Вместе с моими абрикосами, с моими грушами и так далее. Поняли, да. Моносад – это не панацея. Панацея – это смешанный сад. Не бойтесь сажать рядом с манжурцами эти же королевские. Вот. Для меня это само чуть не открытием было. Прихожу к соседу, глаза вот такие у меня. Господи, я их чуть еле не узнал. Своих же собственных, моих саженцев.